Уже да. Вагартха вивасам приктау вагартха патипаттайи джагатах питарау ванде парвати парамешварау. Ена дхаута гирах пунгсан вималай шабдавари бих тамасчадня наджам бхиннам тасмай панинае намаха. Ена аксарасамамнаям адхигамья махешварат. Критснам вьякаранам проктам тасмай панинае намаха. И вот, в принципе, вот такое вот начало. У меня, если что, в виде вишенки на торте были подготовлены. Недавно я написал, развлекался, написал двумя там такими размерами манимала и ручера, молитовки. А, ну, на день рождения Ганеши. И меня, так сказать, пандиты это апробировали и сказали, что вот можно использовать в качестве мангала. Итак, добрый вечер, Эдгар, для начала. Добрый вечер. Итак, что это было? Значит, да, с чего мы начинаем это всегда? Конечно, ну, мы, я так сказать, сказал, наверное, больше за индийцев, за традицию. Любой докладчик или любой говорящий абсолютно на любую тему, ну, вот если он как бы себя осознает, ну, песчинкой, частицей, да, великой санскритской традиции, да, это именно великая традиция, она так и называется, между прочим, в книге об индуизме нашего хайдельбергского профессора Аксель Михаэльс, вот это большая или великая традиция санскритская, надрегиональная, то такой человек всегда обязательно процитирует какие-либо мангала-шлоки. Я как-то вот предложил свой такой вариант – переводить мангала шлока или мангала ачарана, да, более корректно, да, как благоприятный зачин, для чего мангала нужна. Ну, мангала, как обычно, мангалам это индийцы обычно переводят как auspiciousness, да, вот нечто благоприятное, да, то, что... Зачин – хорошее слово, да. Да, зачин, благоприятный зачин. Вот, мне как-то вот просто пришло такое, такой перевод пришел в голову, и, так сказать, я ударю его всему заинтересованному миру. Сообществу. Да, если кто-то хочет, если кому-то это нравится. Да, и, значит, для чего? Ну, в каждом деле могут быть трудности в начинании, но даже если дело было начато, то могут возникнуть какие-то препятствия, даже непреодолимые препятствия. А если препятствия были преодолены, то все равно может что-то вот не получится с завершением. Поэтому мангала чарана, да, вот это, так сказать, ну, молитвы, да, своего рода благоприятного зачина, они нужны для того, чтобы вообще что-то начать, чем-то заниматься или о чем-то говорить. Вот недавно мы спорили о том, как перевести этот термин, и возник такой вариант, как прославление. Прославление – это одна из функций мангала, да. Получается, подвиг, да, согласен. Да, он целый ряд функций – это прославление божеств, там, допустим, ну, Иштадевата, да, вот тех, которым говорящий чувствует особое влечение, да. Ну, прославление – это было бы сужение, да, это только на функции. То есть прославление, да, это девата кирти, это очень важное, да, поэтому, допустим, вот чаще всего, очень часто Ганеша, ну или, в принципе, любые божества из, так сказать, индуистского пантеона, да, или Вишну, или Шива, Рудра, Бхайрава, Хара, Хари, Кришна и так далее, Деви, да, в разных ее обличиях. Индия настолько удивительная, так сказать, ну, культура, что каждый, я думаю, что для себя что-то найдет. Вот. И вот это значит для того, чтобы что-то начать. Да? И, во-вторых, чтобы препятствия были, чтобы препятствия убирают. И кто лучше всего убирает препятствия? Ну, конечно, Тундела Маха, тот, у которого кара, рука, то есть хобот, да, карин. То есть слон, слоноголовый, то есть Ганеша, он как бы сказать, вот он для того и существует, чтобы своим могучим хоботом это все отбрасывать с пути, да, такой вот тереоморфный. Тереоморфный, я бы сказал, по функции, тереоморфное подобие того, что все-таки вот на Западе я вырос в католической традиции, и
в народной традиции или вот в духовных школах, в которых мне приходилось учиться, принято перед всяким делом обращаться к Духу Святому. «Veni Sancte Spiritus, replet vorum corda fidelium, et tuae amoris in eis ignem accende». Это прославление, да, ипостаси Всевышнего Духа Святого. Но вот одна из функций – это тоже это благословение и, как сказать, чтобы вот чтобы все катилось как по маслу, да? Вот, ну, вот интересно, да, то есть совершенно в разных культурах, но вот какие-то есть какие-то общие моменты, как важность начала, во-первых, во-вторых, важность процесса, а в-третьих, важность завершения, ну вот, и в том числе вот эти мангала ачараны в индийской, так сказать, большой, великой традиции, они нужны и для того, чтобы все было завершено. На тему того, почему, например, наверное, ну, многие, наверное, знают, да, был такой Банабхатта, который написал великий такой роман, художественный роман в санскрите «Кадамбари». Ну, проблема с этим романом в том, что он не был завершен. И обязательно вот, у комментаторов, вообще его очень трудно читать, там огромные композиты, он такой изумительно красивый, но такой вот очень-очень вот very hard stuff, да, very tough, то, что называется, такой очень крепкий орешек. Вот. И многие комментаторы как раз посвящают многие страницы своих рассуждений тому, что как же так, ну вот не может же быть, чтобы Банабхатта там вот не прочитал Мангалачар, ну почему же вот он не был завершен? И тут очень много существует версий на этот счет. Вот. Во всяком случае, вот для начала, да, для начала нужно нечто, то, что называется auspicious, да, то, что дает силу, то, что дает импульс. Да. И в Индии это само собой разумеется, люди могут о санскрите иметь самое отдаленное представление, но какие-то вот молитвки они обязательно будут знать. И вот то, с чего мы начали, то, с чего я начал, это вагартавива сампрактау вагартапатипаттаим, обращение к родителям мира Парвати и Парамеш, значит, Парвати и Шиве, хотя есть еще толкования, которые толкуют еще всего три толкования этой строфы, которые толкуют, что это не Парвати и Шива, а что это Вишну и Шива, что это два отца мира. Да? Там так можно истолковать эти композиты альтернативно. Вот. И чем эта строфа знаменита? Ну, помимо того, что она необычайно популярна, а во-вторых, ею начинается знаменитейшее произведение великого, так сказать, нашего всего, да, санскритской поэзии, это Калидаса, живший примерно в середине первого тысячелетия нашей эры. И Калидаса, ну вот по этому произведению, собственно говоря, это о Рагхуванша, о семействе Рамы, да, вот о семействе Рагхавов. И по этому произведению будущие пандиты вот с детства деток, ну, по крайней мере, вот в традиционной среде заставляли. Это один из таких вот самых-самых основополагающих текстов. Его заставляли учить наизусть, и объясняя там каждое слово форму. Ну и, собственно, я думаю, что всякий уважающий себя пандит традиционный индийский, я не знаю, ну, есть ли такие вот совсем традиционные? Ну, где-то есть, да, еще в Индии. Они обязательно будут, по крайней мере, значительную часть Рагхуванши знать наизусть. А таких текстов несколько? Какие еще тексты? Вот... must have. Да, must have. Я на этот счет, вот насчет традиционного обучения, могу посоветовать, если кто-то интересуется. Я прошу прощения, мне придется сейчас встать, и у меня на полке эта книга сейчас стоит. Сейчас я ее вытащу и покажу. Она, в принципе, ее, она, по-моему, где-то она, может быть, бродит даже по сети в электронном виде, называется The Pundit. Да? The Pundit, Traditional Scholarship in India. Это традиционная ученость в Индии. The Pundit это сборник статей. Ну и вот, в частности, там рассказывается история одного марбургского пандита. Он уже, он пери-пери... Фамилия Перри, а имя я забыл, но он там есть. Он был у старого профессора, в 90-е годы был такой Михаил Рау,
И вот он у этого профессора Рау, он был, так сказать, ну, преподавателем санскрита. Вот он совершенно получил традиционное образование, этот южноиндийский пандит. Он был откуда-то, по-моему, из Андхра-Прадеша, если не ошибаюсь. Вот. И он даже о своей жизни, у меня есть дома в другом моем ашраме в Вене, в стихах он написал свою биографию, как он вообще пришел, так сказать, появился в Германии. Его профессор Рау вызвал, так сказать, пригласил, где-то они познакомились перед тем. И вот он там пишет о своем, ну вот, curriculum vitae, и в частности, вот очень интересно, как традиционные пандиты, да, как они начинают свое традиционное образование. Вот одним из краеугольных камней было заучивание рагхуванши, слово за словом, пада за падой, строфа за строфой. Да. Его, и первым учителем, как и положено в индийской традиции, был, разумеется, отец. Да, потому что отец – это одно из значений, так сказать, слова «гуру» – это отец. Да? Помимо того, что это учитель, семантически это значит вот некто, обладающий весом, как прилагательное «гуру» может обозначать просто вот некто или нечто тяжелое. Да? Вот. Ну, первым учителем, разумеется, является отец, ну или альтернативно тоже и мать, да, может считаться. И вот отец был его тоже санскритологом, ученым, специалистом по грамматике в Якорне. И вот он, значит, вот с рагхуванши начинал. Вторым таким краеугольным камнем является заучивание, опять же, наизусть какого-либо словаря, словаря синонимов, да. Это вот как это обычно в санскритской лексикографии. И наиболее таким популярным словарем это является так называемая Амаракоша, да, словарь Амарасимхи, где слова отдельные, сгруппированы по тематическим группам, и вот они, допустим, они там дается ряд синонимов, да, вот там Шиву можно вот такими словами называть, там Вишну так-то, так-то и так далее. Вот нем, значит, жители неба. Это вторая вещь. А что-то еще вспоминается? Ну, вот это вот основные вещи. Потом, конечно, потом очень популярны, в принципе, вот то, что и современные, ну, те люди, да, которые пропагандируют, так сказать, ну, пропагандируют в таком положительном, я не знаю, слово пропаганда, оно окрашено, конечно, скорее отрицательно в Индии, в смысле, вот в нашем, наверное, словесном узусе, но люди, которые, может быть, проповедуют, да, необходимость такого возвращения Индии к санскриту, и вот из санскрита Бхарати, да, такие вот активисты, которые вот, так сказать, вот желают, чтобы, ну, хотя бы, ну, создают некий стиль нео-санскрита, такой упрощенный, ну, вот с тем, чтобы вот все люди могли как бы вот как можно больше использовали санскрит в быту, в своей повседневной жизни. Они говорят о том, что нужно шлоки заучивать, как можно более много субхашитам, да, это, ну, как сказать, да, это в виде станса, да, обычно размером ануштубх, либо три штубх, да. По-русски, когда мы говорим шлока, обычно, вот что вы обычно? Обычно вы понимаете, как ануштубх, то есть определенная эпическая строфа, да. Да. Я за собой заметил, потому что я, ну, как бы сказать, я часто думаю, может быть, даже больше в этих вот именно санскритских категориях. Вообще на санскрите шлока просто обозначает, это обозначение любой, абсолютно любой строфы. Да, любого размера. А размер, если мы говорим вот об этом, ну, восьмисложный или... Ну, захотя назовут ануштубхом скорее, чем ануштубх, шлок. Да-да-да. Скажут скорее ануштубх, да. Ну, дефиниция дается, опять же, в виде ануштубха. Шлоке шаштам гуруднеям сарватрала гупанчамам двичатушпада йорхарасвам саптамам диргаманья йогу. Это вот стандартная форма, так сказать, формульно вот дана ее формула. Да. Вот. И, то есть, как можно больше следует заучивать так называемых субхашит, это некие в виде шлок, да, в виде вот этих простеньких 32 сложных, как правило, строф, афоризмы, где, ну, так сказать, гемма мудрости, можно так сказать, да, где какая-то житейская или духовная мудрость содержится, и вот как можно больше. То есть, вот тоже одним из краеугольных
камней образования. Потом, конечно, это грамматика. Ну, получается, вместо пословиц и поговорок. Да, можно сказать. Но пословица обычно... Да-да-да, что-то вроде этого. Да, да. Только они вот, так сказать, в метрическом, структурированном таком виде. Да. Потом, конечно, очень важна грамматика. И грамматика, ну, в отличие от того, как многие из... я не знаю, мне кажется, сейчас это немножечко такая мода. Может быть, я ошибаюсь, да, вот учить санскрит по Панине. На самом деле, я так немножко скептически к этому отношусь. Почему? Потому что, ну, санскрит сам... Зачем выбирать самый сложный способ изучения сразу? Да, да, да. Санскрит сам по себе все-таки очень сложен, а Панини, вот вся, так сказать, традиционная грамматическая система, это вот, это уже, это такой необычайно крепкий такой адамант, вот сам по себе, то есть... Вот чтобы понимать, как все это функционирует, это достаточно долго занимает время, много времени. Ну вот, если говорить о том, как традиционные пандиты учат санскрит, они, конечно, учат по компендиуму всякий, там вот в патхашалах или в каких-то вот санскритских университетах, ну, на бакалаврском уровне, идет этот вот сборничек «Лагу Сиддханта Каумуди», да, «Варадараджи». По-моему, на русском есть даже перевод Захарина. Да, и до Захарина его еще переводил у нас Щербацкой еще. Вот. Даже Щербацкой переводил. Угу. Да, то есть это такой краткий, очень упрощенный вариант Сиддханта Каумуди, полный Сиддханта Каумуди и Бхаттоджи Дикшита. Да? Ну вот, ну что сделал Бхаттоджи Дикшита? Он так сказать, он разрушил всю панининскую систему, да, которая вот представляет из себя некую такую вот голограмму, да, потому что и он эти 4000 сутр, он их, как называется, rearranged, переструктурировал. Тематически переструктурировал, да, да. В принципе, об этом, конечно, ломается очень много копий, то есть это было хорошо или плохо, но, во всяком случае, вот он так революционизировал это санскритское обучение. Ну, все это я рассказываю к тому, что вот как учат, да, как традиционно, mm-hmm. вот в традиционной системе индийцы, ну, те, которые вообще вот так, такой вневременной, несовременной такой штукой занимаются, как изучение санскрита. Ну, как правило, в патхашалах это, или в санскритских университетах в Индии это происходит на санскрите. И этим, конечно, традиционное обучение, ну, коренным образом отличается от нашего европейского обучения санскрита. Ну, условно говоря, санскритологии. Да? Она никогда у нас санскритологией не называлась. Но вот к чему, я думаю, мы, может быть, можем постепенно такой вот анукрамейна, шинайхи, как-то вот так вот постепенно перейти. Да? Потому что сам я лично начинал, конечно, обучать и изучать санскрит, ну, абсолютно так вот по классической европейской. Сугубо академические. Сугубо академические системы. Но здесь следует добавить, что прямо аж даже во втором семестре моего санскритского курса, в самом начале я начал вот в Вене заниматься санскритом осенью 95-го года, прямо весной 96-го года, мне удалось познакомиться, ну как, потому что он был приглашенным, так сказать, профессором в течение семестра, такой настоящий пандит, Камешварнат Мишра, традиционный санскритский, санскритоязычный пандит, которого пригласил тогда не в институт индологии, а, в, так сказать, в сопредельный наш институт тибетологии и буддологии, профессор-академик Штайнкельнер. И вот можно сказать, конкретно, наверное, конкретных знаний я у него тогда, я не знаю, что у меня осталось, но у меня осталось, мы читали, то есть это было после первого вводного семестра, вот в течение осенне-зимнего семестра я прошел вводный курс в санскрит. Сейчас мы об этом более подробно поговорим, да, как это у нас происходило. Ну и сразу же во втором семестре вот просто вот появился этот пандит Камешварнат Мишра, профессор Мишра, который в то время был деканом Института высших тибетских исследований в Сарнатхе.
с которым наш институт венский очень сотрудничал, очень тесно. Institute of Higher Tibetan Studies, по-моему, он сейчас он называется Deemed University, в общем, он сейчас как-то считается филиалом Санскритского университета Сампурнананды. То есть там будут два языка преподавания, это тибетский либо санскрит. Вот. И он был деканом, да, он традиционный такой пандит, и в то же время, вот он, когда достаточно рано ему стал интересовать буддизм, и он выучил еще и тибетский язык. Вот. И вот он у нас был тогда в Вене в течение семестра, и я, и сколько нас тогда было, человека три, наверное, у нас сидело вот у него в аудитории. И можно сказать, что параллельно с нашей вот классической европейской, с этим академическим нашим подходом, вот я увидел, прикоснулся вот к тому, что очень сильно на меня повлияло, как я сейчас вижу, на традиционное, вот как традиционный пандит преподает. Да? Первым делом он рецитирует, то есть сначала он просто читает, ну, речитативом, да, в традиционном стиле, потом он эту же строфу поет, а потом он слово за словом начинает все объяснять, используя тогда мной абсолютно не то, что я и близко тогда не понимал, какой-то абракадабра это все звучали, там обозначение этих дашалакары, да, лун лат лет, тогда это было все, то есть вот грамматических категорий, скажем, да, там времен наклонения, ворох терминологии, которые просто вот, которые, ну, для меня второй семестр санскрита вообще, да, только вот со скрипом закончил вводный курс, но я до сих пор не могу забыть, и я тогда вот со слуха выучил, мы читали, два курса, один курс был Матри Чета, это, собственно, такая буддийская кавья, Будда Стотра Сангарха, вот что это было, да, это была такая стотра буддийская, там мне запомнился, из этой стотры впервые я услышал о ценности человеческого рождения, о том, что вот... если слепая черепаха, плавающая в мировом океане, она раз в 100 лет будет подниматься на поверхность океана, раз в 100 лет, да, чтобы глотнуть воды, а там огромные волны. И вот где-то в этом бесконечном океане югам, такой вот, как это сказать, ну, йох, ну, куда лошадей запрягают этот вот, как это сказать, упряжь? Ну, в общем, что-то как, ну, скажем так, вот этот вот круг с дыркой, да, и вот вероятно, да, некий такой вот этот вот деревянный круг с дыркой, вот вероятность того, что черепаха случайно поднимаясь раз в 100 лет, да, вот на поверхность бушующего океана она туда свою голову воткнет ровно в этот самый вот прорезанный в дереве кружок, вот именно такова вероятность, то есть необычайно редкое, да, драгоценного человеческого рождения. Я помню, меня это прям воображение так очень сильно поразило. Это не само собой разумеющаяся вещь. Да. Нет, не просто не само собой разумеющаяся, а необычайно редкое, и поэтому драгоценное. И поэтому, конечно, надо все усилия прикладывать к тому, чтобы вот заниматься там, ну, в той или иной мере, там, духовными какими-то практиками. То есть, ну... Это вообще очень вот в буддийской литературе, скажем, ну, то, что потом получило распространение в Тибете как ламримы, да, литература ламримов, то есть такое вот введение в религиозной практике, да, где говорится о том, что прежде всего, что как драгоценно наше человеческое рождение, и что времени терять не следует. Но как мы знаем из начала Панчатантры, да, другое знаменитое наше слово о том, что, да, что следует, что самое главное, это что следует как хамса, да, как вот этот вот, ну, и вот так условно, да, я перевожу через черточку, хамса-лебедь, это вообще ансер индикус, вроде бы как гусь, но по-русски гусь звучит как-то вот совершенно не торжественно, да, поэтому можно просто без перевода оставлять как хамса легендарный, и вот свойство его как раз в том, у этой птицы, его свон его часто переводят, да, и сами же индейцы. Вот этот вот хамса, значит, не заморачивается за логическим. Не заморачивается, да. Свон. Ну, просто как-то вот
Да, вот Ханкса, да, вот Ханкса, он пьет такое вот разбавленное молоко, так как из советского магазина, да, так сильно водой разбавленное. Получается, гуси-лебеди, как такой образ, опять же, такой образ, это же, опять же, в славянской литературе, он же, получается, он не только здесь, вот эта грань неопределенная между где заканчивается гусь, где начинается лебедь. Ну да, это же все все-таки родственные, да, птицы. Ну как-то вот, вот, да, все равно гусь, он как-то вот, если, ну чисто такая вот лаукика, да, лаукика про йога в нашем таком повседневном узусе, как-то вот гусь, ну не торжественно. Невозвышенно. А лебедь это очень уже возвышенно, поэтому я предпочитаю Ханкса переводить лебедь, либо лебедь Ханкса, да. Вот. И вот он, значит, это сильно разбавленное молоко пьет, отцеживая из него чистое молоко. Да? Ну, тоже, конечно, можно задаться вопросом, что это такое. Ну, вот, вот такой вот очень сильный традиционный образ. И вы, конечно, помните, в Панчатантре, наверное, многие слушатели это знают. Это вот о том, что бесконечное, да, Ананта парам кила шабда шастрам свальпам татхайур бхавасчавиг. Я пальгу хансайр ятхакширам ивамбу матьят. Да? Since verbal science has no final end, the life is short and obstacles impend. Да, let central facts be picked and firmly fixed, as swans extract the milk with water mixed. Это сэр Артур Райдер перевел так очень красиво на очень английский. Очень красиво, но я добавлю русский перевод тогда, Александр Яковлевич Сыркин. Это русский перевод, да. Воистину наука слов безбрежна, а жизнь мгновенна и препятствий много. Важнейшее всегда найти, старайтесь, как гуси молоко в воде находит. Да, очень, очень, очень неплохой перевод. Это Сыркина, да, перевод? Да, 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 да. То есть, получается, это в 1958 году было издание в Литпамятниках, а сейчас у нас несколько месяцев тому назад было переиздано. Но, конечно, я считаю, что так хорошо, как издавали в 50-е, 60-е, 70-е годы, мы уже разучились. Мы разучились верстать, мы разучились делать научный аппарат. Мы много чему, на самом деле, разучились. В Советском Союзе мы умели, а сейчас, получается, оно не востребовано, то есть оно никому оказалось не нужно. Про Европу я могу сказать, что здесь, наверное, конечно, не разучились по большому счету, но сейчас, к сожалению, ну, я не знаю, к сожалению, иногда думаешь, может быть, оно и неплохо, но когда исключительно вот open access, это, конечно, хорошо, когда книги какие-то, вот важные книги, они свободно выкладываются в виде PDF, их просто скачиваешь бесплатно на том же Брилле. Или вот ну, на любом таком издательстве, в любом издательстве, где купить книжку практически для нормального человека нереально. Ну, то есть, да? Какое-то бриллевское там издание, там за, например, Майерхофф, я посмотрел. Сейчас стоит, по-моему, то ли 700, то ли 900 евро стоит Майерхофер. Ах, Майерхофер эти вот трёхтомные. Да, они продаются еще, вот, и их можно купить. Но надо где-то, вот, по-моему, 900 евро, по-моему. Вот. 900 евро. Я не знаю, кто это. Это и библиотека не... Но это не получается будет. Для каких-то гипотетических библиотек, но... Совершенно непонятно, да. Да, нет, за 900 евро ни одна библиотека, мне кажется, не будет такие книжки покупать, потому что, во-первых, во всех библиотеках, я думаю, научных Майерхофер есть, и так, а во-вторых, если нет, то можно через, опять же, все это через интернет, через всякие букинистические сайты найти все значительно дешевле. Но мы немножко отвлеклись. Так вот, про Ханксу, да, и вот тогда, значит, вот этот вот Ханкса, он отцеживает самое главное, и наш, опять же, мой, ну, вот один из моих самых первых, или даже практически самый первый учитель санскрита, Лодвиг Верба, да, тебе тоже известный, да, в какой-то мере, он, вот от него я это впервые, так сказать, получил, эту передачу, это шло. Да, он, и причем в самом начале это было, по-моему, да, это было в начале курса синтаксиса санскрита. И вот на вопрос, что же самое главное, Хлодвиг в своей типичной, такой эмфатичной такой манере говорит, ну как же, что грамматика санскрита, разумеется, самое главное. Что же может быть еще более важно?
Да, это вот, вот, ну вот, и, да, и я хотел вот, чтобы закончить, так сказать, вот эту вот маленькую такую суб-тему про, про то, что вот у нас появился пандит Камешванат Миша, вот вторым текстом было, который мы с ним читали, произведением, конечно, часть, это была вторая или третья, третья, наверное, да, сарга из, глава из Ашвагоши «Жизнь Будды». И вот у меня до сих пор сохранилось это в голове. «Татах кадачин мэдуша двалани, пунгску килон надита падапани, шушрава падма карамандитани, шитини баддани сакананани». Вот. Вот это вот. Я надеюсь, перевод «Жизни Будды» издать, ну, в течение ближайших 5 лет. Я надеюсь, у нас тут такой есть план. Поэтому, на самом деле... Я надеюсь, что он будет хороший, а не... Я для пробы несколько у меня себя в блоге, да, в живом журнале, я выложил... Я не видел, уже было выкладывалось, да, просто... Давно уже, это где-то... Эдгар выкладывает так много, что если его сложно иногда успеть всего охватить. Да-да-да, это всегда так. У меня очень тоже часто такой совершенно комплекс такой вины перед многими коллегами, которых я очень ценю как коллег и уважаю. Вот меня, ну, либо реально вот у меня где-то дома громоздятся их книжки, статьи, вот, и уже годы громоздятся, они громоздятся, увеличиваются, что вот надо прочитать, надо дать какой-то отзыв, и у меня все руки не доходят. Чувство причем, вины растет и растет. Чувство вины растет, и под конец уже вот грозится просто задавить. Ну, во всяком случае, вот я это перевел, собственно, для чего я это перевел? Да, чтобы показать, что перевод «Жизни Будды» я перевел очень близко, таким ритмическим. Чтобы показать, что Бальмонт все не так сделал? Бальмонт переводил на самом деле... Он, по-моему, с китайского, то есть это был китайский перевод Ашвагоши, то есть не с санскрита он его переводил. Mm-hmm. Эту заметку я помню, я читал, да. Да-да-да, считается, что Бальмонт там знал санскрит, изучал его у Сильвена Леви, ну, я думаю, что Бальмонт же был такой очень такой многоязычный, но если ты изучаешь несколько десятков языков, хорошо знать санскрит невозможно. Вот. Но я думаю, что он был, конечно, очень к языкам очень талантливый человек, mm-hmm. словно. Вот. И его перевод, так сказать, вполне читабельный, но вот я просто его так ради интереса сравнил с санскритским оригиналом, там очень далеко. Mm-hmm. Я это у себя выложил, чтобы можно... Это хорошо, это интересно, но это имеет порой отдаленное отношение к оригиналу. Ну, смотря что считать оригиналом. Мне коллеги, я китайского не знаю, но вот коллеги-китаеведы, ну, буддологи со знанием mm-hmm. китайского, говорили, что сам китайский, так сказать, перевод Ашвагхоши, он очень далек от... То есть это такой, скорее, китайский пересказ. И, так сказать, если считать, вот китайский же текст можно считать Ашвагхоши, ну, даже не переводом, своего рода оригинала. Ну, какой там оригинал, то есть вот как он относится к китайскому вот этому оригиналу, я совершенно судить не могу. Поэтому, ну, по крайней мере, жизнь Будды Ашвагхоши была известна, когда он ее в начале века... В 14-м году, по-моему. Где-то в самом, да-да-да-да. Еще, по-моему, не знаю, в Петербурге или в Петрограде. Да, она вышла, по-моему. В Петрограде, по-моему, уже, да, в 14-м году, по-моему. Да, да. Вот, это что касается, вот, и мне тогда, я помню, что очень захотелось научиться так же, ну, как-то так вот рецитировать. Как создавать это... такое впечатление, да, как бы, чтобы запоминалось. Ну, да. Но так довольно скоро во время нашего... То есть, наше традиционное, скажем так, и в европейском нашем образовании, ну, условно говоря, санскритологическом, да, вот такой специальности, как санскритология, ее ни в Германии, ни в Австрии ее нет. Да, ну, всегда как-то называется. У нас это сейчас называется... Это уже несколько раз все это менялось, все эти названия специальностей, потому что сейчас с введением вот последние, не знаю, там 8 или чуть ли уже не 10 лет назад бакалавриата, все это еще раз так кардинально поменялось. Это называлось, бакалавриат назывался «Языки и культуры Южной Азии и Тибета».
И потом магистерских вот несколько специальностей, их, по-моему, буддологических две специальности, и, условно говоря, санскритологических их было в начале, я бы сказал, в нулевые годы, их было три, но потом все это постепенно ужималось, и в результате, по-моему, вот язык и литература, как таковой санскрит, была такая, коротко, пару лет такая была специальность, где-то человека два по ней, один или два человека по ней закончили магистерский курс, и все, потом это вот как-то вот убрали, как раз этим заведовал Хлодвиг Вербе. Но мы немножечко забегаем вперед, я бы хотел начать об ОВО, потому что одно дело, что я что-то рассказываю о Германии, где я далеко не везде, не во всех университетах бывал, просто кого-то так знаю, что-то слышал, что-то читал. Ну, вот о Вене я могу, конечно, рассказать, вот как это было у нас. То есть я знаю, как нам санскрит, ну и смежные всякие вещи преподавались, вот, ну, начиная с 95-го года. Да, потому что я в Вене с 95-го года, тогда этот институт... По-моему, мысль немножко оборвалась на том месте, что в академической обычной среде не принято читать правильно, не принято читать красиво. То есть, читают заведомо, неслушабельно, заведомо игнорируя какие бы то ни было требования. Знаете, я бы не сказал, что это заведомое игнорирование, просто это, во-первых, в основном европейские коллеги, они могут быть очень хорошими санскритологами, они бывают очень крутые знатоки там в Калькутте. Ну, то есть, как бы занудливы в меру и начитаны, и все равно читают отвратительно. Нет, просто не умеют, а потому что им негде учиться. Ну, как бы сказать, это вот сейчас... Там последние годы, там, может быть, последние, 10 лет, да, вот все эти пандиты, все эти рецитации изумительные, да, какие-то вот пандиты сабхасу, ите катхага, бхавьяга катхага бхаванти, да, вот все эти семинары, все эти собрания пандитов, живой разговорный санскрит, это вот то, что мы сейчас можем слышать, там, не знаю, сотни часов, да, вот на Ютьюбе где-то еще все это выискивать. Это абсолютно уникальная ситуация. Это те вещи, вот, чтобы вот услышать все вот это, или как-то вот приобщиться к этой вот живой культуре пандитов, Щербацкой в свое время, ну вот он поехал в Индию. Он дважды ездил туда, а получается нам даже... Нам просто надо, ну, как бы впустить это, получается, в свое сознание, что, в общем-то, есть что-то еще. Да. И оно получается нам, ну, почему оно нам нужно? Вот почему без этого сложно? Да, об этом, да. Об этом тоже я постараюсь сформулировать, да, эту мысль. Но вначале вот как у нас, да, вот как у нас обучали. Я бы с того времени, как я учился, все еще продолжаю, да, по сути дела, учиться в Вене, в 95-м году, вот до конца 90-х была одна ситуация, потом очень она в 99-м, ну, собственно, в 2000-м она резко поменялась, когда два наших родственных института, но они все-таки были разные. Вот институт, где, собственно, санскрит главным образом преподавался, это был институт индологии и древней иронистики у нас в Вене. Если кто-то Вену знает, то это рядом с главным административным зданием, такое неказистое, неприглядное, такое современное здание Neues Institutsgebäude, новое здание институтов, так называемое. Вот там располагался, там как-то вот ужатый, вот на очень маленькой площади, этот вот наш институтик индологии. Uh-huh. И в совершенно шикарном здании 18 века на улице Марии Терезии, может быть, где-то в 10 минутах ходьбы оттуда, тоже в самом центре Вены, располагался институт тибетологии и буддологии. И одновременно в том же здании, одним или двумя этажами выше, располагался институт Южной Азии, но от Академии наук. Вот. И вот южноазиатским институтом тибетологии, да, ну мы тибетология и буддология, ну мы обычно говорили тибетай, то есть тибетология, да, институт, куда ты идешь, ну на тибетологию. Там заведовал, так сказать, шефом был профессор и академик Штайнкельнер,
А институтом эндологии заведовал, опять же, профессор и академик Герхард Оберхаммер. Да? Ну и вот оба этих великих ученых мужа, они оба, по счастью, живы, я надеюсь, здоровы, они были учениками, оба, так сказать, ну, близкими учениками нашего венского адигуру. Это профессор Фрауальнер, Эрих Фрауальнер, который, собственно, вот создал эту венскую специфику, так сказать, ну, то, что в быту у нас говорят, ну, или я в России так часто слышал, философская эндология, да, вот это направление философской эндологии, потому что до Фрауальнера, то есть, кто был до Фрауальнера, наверное... А, Леопольд фон Шрёдер был, да, в начале века. А потом Адольф... Шрёдер явно скорее филолог. Шрёдер был филолог, да. У него есть прекрасный перевод, очень красивый перевод на немецкий язык Бхагавад-гиты. Он такой, ну, как и любой такой поэтический перевод, такой, ну, со своими неточностями, но такой вот очень красивый. Ну, в общем, не философ, то есть нормальный человек, да. Вот, ну, да, если вы, конечно, это зависит все от дефиниции. Да, а перед Шрёдером был Бёртлинг, о котором мы говорили в прошлый раз. Ну вот, и вот Эрих Фрауальнер, он как раз считается основателем института, то есть он был шефом института именно эндологического. А, правильно, в 70-е годы был создан, на самом деле, по-моему, прямо под Эрнста Штайнкельнера, вот институт тибетологии. Uh-huh. Вот он был где-то в конце 70-х, если я сейчас вот не путаю, или в начале, нет, наверное, в конце 70-х, вот он отпочковался от института эндологии, и эта почка росла, развивалась, пока она снова не была поглощена. Это 30 лет отдельного развития, потом они снова воссоединились, получается. Там меньше 30 получается, 20 с чем-то лет. Uh-huh. Да, его, так сказать, опять присоединили, когда Герхард Оберхаммер ушел на пенсию. Это было в 99-м году, и место руководителя... У нас называется институт Форштанд, то есть, ну, примерно то же, что завкафедра, но, как мы говорили в прошлый раз, институт – это больше, чем кафедра российская. Uh-huh. Да, вот, в советской или в российской системе. Потому что, по сути дела, мы учимся на наших любых специальностях, скажем, мы учимся в институте, а не в факультетах. То есть, факультет – это такое от обычного студента, это нечто такое очень далекое. Туда только сдают документы и получают диплом на факультете в учебной части. А зачастую мы никто и, собственно, и своего декана не знаем. Да, декан – это такой небожитель, такой накин, да. Uh-huh. Накина мадье, да. Девалка сам, эйкага. Да, то есть вот, ну, так, иногда фамилию знаем, иногда даже не знаем, и уж точно почти никогда не видим. Вот. А все происходит в стенах института. Поэтому, в общем, институт – это вот... Вот. И в институте может быть несколько профессур, да, вот в институте Южной Азии, вот нынешнем у нас 3 профессуры, то есть вот профессура, полная профессура, это можно считать, что кафедра, да. Вот у нас 3 полных профессора. То есть институт это... То есть раз есть профессор, то под него должна быть и как бы отдельная, ну как бы условно кафедра. Я бы сказал направление, да, специальность. А. Под профессора есть особое научное направление. Он может быть... Ну, об этом мы еще поговорим. Мы сейчас говорим о 90-х годах. Вот в 90-е годы, когда я начинал, было 2 разных института. Но они как бы были 2 разных института, но они очень тесно связаны. Почему? Потому что преподаватели, они могли... Ну, лекторы. Система такая, она иная, нежели в России. И таких вот постоянных преподавателей на постоянную нагрузку, так сказать, на полную нагрузку их нет. Их обычно вот это вот у нас система лектората. То есть какие-то вот специалисты приглашаются и... Сборная какая-то, каждый раз разная стоянка. У нас разные, да. То есть люди обычно, ну как у нас, все в основном обучение строилось, по крайней мере, ну до 2000 каких-то лет. Когда все это стало гораздо более формализовано и, с одной стороны, разнообразно, с другой стороны, как-то вот институционализовано.
в те времена вокруг, в основном вокруг чтения текстов. Да. Ага. То есть, вот мне рассказывали, это опять же, я просто знаю по рассказам, я не помню, мы об этом говорили в прошлый раз или нет, вот когда к профессору Фрау Вальнеру, по-моему, пришел кто? Или Оберхаммер, или Штайнкельнер. Вот один из двух. И там третьим был учеником, был гамбургский буддолог. Я говорил о его имя в прошлый раз. Сейчас вылетело. Вспомню. Вот. Ну, вот, да. И помимо этого... Ну, собственно, да. Вот они оба, так сказать, стали руководителями института, эти два наших ученых. И когда вот то ли Штайнкельнер, то ли Фрау Вальнер, вот кто-то из них пришел, вернее, Штайнкельнер, либо Оберхаммер, вот он пришел к Фрау Вальнеру, кто-то из них, говорит, Фрау Вальнер первым делом вручает ему, по-моему, Штенцера, грамматику Штенцера, говорит, вот к такому-то числу, такого-то месяца, выучить, тогда приходи ко мне, и вот тогда будем там с тобой заниматься. Вот. То есть, тогда, вот в те времена, скажем, в 70-е годы, так я, насколько знаю, по рассказам старших коллег, учителей, кого-то из своих тогдашних преподавателей, вообще какими-то вот формализованными введениями особенно не занимались. То есть, не нянчились, получается? Абсолютно не нянчились. То есть, все понимали. И тогда заканчивали не со степенью магистра, а сразу со степенью доктора. То, что сейчас называется PhD, это называется доктор Фил в немецкой, в германской системе. То есть, магистерского вот в институте индологии, тибетологии до, ну, по-моему, до конца 80-х годов окончания магистра не было. В 90-е годы ввели вот эту вот унификация была и ввели магистра. А там люди заканчивали просто с диссертацией. Uh-huh. Да. Вот, если уж ты добрался, то значит ты вот пишешь диссертации, получаешь там вот свою докторскую степень, доктор философии. Ну, по германской системе это доктор философии. Вот, и абсолютно не нянчились. Я помню, что когда мне все это началось, я во все это погрузился, но я помимо индологии, я начинал на католическом теологическом факультете. Индология это была, так сказать, это у меня была для, ну, как вторые легкие, да, для дыхания. Я тогда начинал заниматься на теологии, потом я открыл для себя там институт религиоведения, он был на теологическом факультете. Ну, вот я сразу же хотел заниматься Индией и буддизмом, и вот я пришел вот в институт индологии, меня тогда встретил, тогда был за студентом, ну, со студентами, я повторяю, не нянчились, но был все же некий ответственный, как это по-английски, по-немецки это Ansprechperson, то есть человек, ну, которому... Кому можно обращаться, если что-то не так пошло? Да. Это был доцент Мескита, Рох Мескита. Это был ученик Оберхаммера, он, к сожалению, несколько лет, где-то года 4 или уже скоро 5, как он умер. Вот. И он сам вообще был, значит, он вот принадлежит к этой вот философской, так сказать, философской герменевтической школе Оберхаммера. Потому что Оберхаммер – это эпоним вот особой школы. Сейчас, ну, сейчас вот мне кажется, даже не так давно в Москве где-то была встреча, вот, так сказать, учеников Оберхаммера, я знаю, там из Вены, там Марион приезжал, Растелли и Маркус Шмыка, ну и, по-моему, Русанна Псхуда занимается. Да. Вот. Ну, еще кто-то, да, мне менее, ну, то есть я не всех знаю. Ну, во всяком случае, вот это, вот, так сказать, это можно сказать, что это парампара Оберхаммера. И вот Рок Мескита, значит, ну, говорит, ну да, ну вот откуда вы, как? Я говорю, так, это так, вот из Санкт-Петербурга. Ну, и я говорю, ну вот я занимаюсь, там основной у меня предмет – это теология. Ну, это хотелось бы тоже заниматься санскритом. И его первая такая реакция. А зачем вам это? Зачем вам это? Зачем вам заниматься санскритом? Ну, типа, вот на теологическом факультете же очень много, тоже там сложно учиться, там много философии, много теологических специальностей, языки тоже классические. Вот. Ну, это я вот помню. И там же, примерно в то же время, тоже в самом-самом начале семестра, где-то в октябре,
96 года я встретился с Хлодвигом Вербой. Хлодвиг Вербом, да. И я говорю вот так вот и так. А, как же мы встретились? Я тогда начинал, вот у Мескита был вводный курс санскрит, который он вел по книжке Хонда, или, ну, может быть, в России как Гонда известен. Да, в России как Гонда. Гонда, да. Ян Гонда, это, так сказать, он, да, священный, так сказать, Это Рену Лейденского разлива, скажем да, так. Да, это другая парампара, да. Ну, вот Гонда, да. И вот по учебнику этого Гонда или Хонды мы... Собственно говоря, его трудно назвать учебником. Я бы сказал, это он... Очерк, скорее, наверное. Очень такая, ну, краткая грамматика санскрита, но там добавлены упражнения. Там добавлено... В небольшом количестве. Да, ну вот мы это за семестр. Мы учились, у нас было три пары, говоря по-русски, пара, да? Три пары в неделю. У нас было три пары в неделю. Три занятия, три... Прилично. Три – это уже прилично. Да, но мы весь вот всего этого гонду мы закончили вот за семестр. За семестр. Угу. Да, семестр – это вот за семестр в Вене заканчивается, начинается с 1 октября, заканчивается 31 января. Вот. Так вот идет, дальше идет так называемая, ну, без месяц каникул, и потом с 1 марта вот начинается летний или весенне-летний семестр. И заканчивается? Заканчивается формально концом июня. До конца. Вот так вот это идет. Вот. И вот это, значит, был вводный курс, да, вводный курс у Мескиты. Я помню, что я тогда, ну, я параллельно к санскриту, я еще пошел в институт тибетологии и стал заниматься, значит, по учебнику Михаэля Хана, с которым имел потом огромнейшее удовольствие достаточно близко познакомиться лично. Хан – это наше все для немецкоязычных. Почему не ограничиться одновременно... Сперва санскрит, потом тибетский. Зачем надо сразу замешивать вот их в один котел? Нет, их совершенно не надо замешивать. Но я тогда очень интересовался буддизмом, и как-то я все свое свободное время вот куда-то ходил на какие-то занятия. То есть и на теологический факультет, и стал заниматься письменным тибетским, и одновременно я стал заниматься и тибетским разговорным языком, который нам преподавала вот тибетка, природная тибетка, ну, родом из Сикима. Вот. И поэтому это все, конечно, было очень много. Да? Вот в первый же семестр, помимо своих основных студий, я занимался 6 часов в неделю был санскрит, тибетский, по-моему, у нас был вводный 4 часа, то есть 2 занятия в неделю, и тибетский разговорный, дай бог памяти, то ли 2, то ли 3 раза в неделю. Ну, пары, да? Тоже. То есть, по 2 часа, да. Может быть, 2, наверное, или 3, вот не помню. То ли 2, то ли 3, то ли 2, то ли 3 пары. То есть, в общем, там набегало очень много. Вот, поэтому я так сказать, я не могу сказать, что после семестра у меня там очень было такое глубокое понимание того, что такое санскрит. Дебил. Семестр и не понял еще, что это было. Вот, а после этого семестра, да, и так сказать, надо опять скакнуть в начало семестра. Я же не ограничился только введением в санскрит, введением в тибетский письменный, введением в тибетский разговорный. Я тогда познакомился тут же с Хлодвигом Вербой, и я решил пойти на введение в санскритский синтаксис и на введение в пракриты. Но я позорно сбежал с одного и с другого, ну, где-то через месяц. Потому что это было действительно слишком много, и без знания основ санскритской грамматики ходить на занятия по санскритскому синтаксису, конечно, не имело большого смысла, но я как-то думал параллельно, вот то, что я еще что потяну, но не потянул. И тем более на пракриты тогда предполагалось, там, изучение пракритов предполагалось, что ты уже с санскритом как бы совсем на «ты». Вот. И тоже я это не потянул, но вот я тогда познакомился с Вербой. И какова, я об этом вот пишу в своем, я до сих пор есть мемуар про Вербу, к сожалению, он полтора года как умер, ужасная трагедия, конечно, он очень рано ушел, потому что он был, можно сказать, ну, одним из моих самых таких вот ближайших, ну, за десятилетия друзей, мы практически, мой учитель, ну,
И просто очень так вот сдружились, да, все эти годы. Вот. Но вот в отличие от... Я абсолютно ничего не хочу сказать против доцента Мескита. Он очень такой милый был дядечка. Может быть, не такой вот не очень харизматичный преподаватель. Вот. Ну, такой очень доброжелательный. Ну, вот его первая реакция была, ну, да, вы из Петербурга, то есть вам надо еще... да... И вот зачем вам? Ах, вы занимаетесь на факультете теологии. А зачем вам санскрит? Вот зачем? У профессора, у доцента Мескиты была такая идея. Нам это, я не помню кто-то, коллеги, студенты рассказывали. То есть лично, я не помню, или он где-то это лично сказал. Ну, по крайней мере, такая байка ходила, что вот Мескита, его глубоким убеждением было, что вот индийской философии до 30 лет надо следовать законодательно запретить заниматься, потому что человек может сойти с ума. Вот. Ну, это такая как бы из разряда исторических анекдотов, я бы сказал, такая байка. Ну, наверное, он где-то что-то такое где-то сказал, а потом все так пошло в народ. Вот, а Верба, значит, когда я к нему заявился попросить разрешения присутствовать вот на его введение в санскритский синтаксис и Проклита, он говорит, а ну, кто вы, наш новый студент, ну вот откуда вы? Из Петербурга. Из Петербурга! Значит, ой, это же город, где великий Бетлинг составил свой величайший словарь. Вы обязательно должны заниматься санскритом. А потом, ах, так вас еще, ваш родной язык, помимо русского, еще и латышский. То есть вы еще и балтоговорящий. Ну, вы просто вот созданы для того, чтобы заниматься санскритом. Вы обязаны заниматься санскритом. И я это всем, конечно, рассказываю, уже не помню сколько раз. Это такое вот два человека и каких два... Два принципиально разных подхода. Разных приема, да. Да, доцент Мескита, он не отговаривал там. Да-да, но он как бы и не вербовал свою секту сразу, скажем так. Ну, у Верби не было секты, но он такой очень был вот, ну, в такой вот в очень положительном таком значении фрик, как сейчас принято выражаться, ты такой совершенно вот на санскрите человек помешанный, да, он такой очень был музыкальный, и он был учеником, он был лучшим учеником академика Майерхофера. Он вообще всё, сам... На этом сегодня достаточно. Лучший, это высшая похвала. Вот в моих как бы вот способах измерения лучший ученик Майерхофера – это высшая похвала. Потому что да. Для меня Майерхофер, ну, остается вот таким вот... Майерхофер не имел прямого отношения, потому что он был все-таки он был индоевропеистом, то есть он был вот институт... Все, этого достаточно. Все. Верба – лучший ученик Майерхофера. Все. Прошу, завершительный стих. У нас был открывательный стих. Любое. Да, значит, ну, может быть, Ганеши поздно читать, но все равно я прочту эти две строфочки, которые я сочинил Ганеши, может быть, в благодарность, я не знаю, как это люди воспринимали, мне как-то все это, я думал, что мы весь курс пройдем за этот час, то есть я о 90-х годах, по крайней мере, скажу, но оказалось, что только-только приступил. Мы только... Я уже понял, что через год мы доберемся к тому моменту, где мы должны были начать. Да, ну вот чтобы это немножко сначала завершить, вот, значит, мое начало моего курса, 95-й год, это Мескита, с одной стороны, то есть это школа Оберхаммера, введение, и это Верба, это школа Майерхофера. Да, ну и Верба, ну вот он постепенно, мы как бы сказать, ну стал не просто моим учителем. А потом будет история сливания, значит, двух потоков. И вот институты потом они слились, но об этом мы еще поговорим, надо думать в другой раз. Да. Ну и ради завершения мне надо, наверное, все-таки перевод, я сначала прочитаю переводы. Свои же, потому что это мои, я эти строфы сам сочинил, вот один размером манимала, а другой размером ручера. Размер ручера, может быть, он известен, ну, в узком кругу знатоков этого дела, тем, что этим размером начинается Бхаттикавья, одна из великих эпических
произведений, которое вот в санскрите, ну, считается одним. Это уже на любителя. Итак. Да. Ну, здесь, значит, вот эти две строфы, посвященные Ганеше, которые я ему на день рождения в подарок сочинил. И благодарность, что все, в общем, прошло более или менее, я считаю, так. Да. Первое, значит, это которое манимало. Я сейчас сначала русский перевод прочитаю, а потом процитирую. Кто же этот владыка-слон, что своим мощным хоботом уничтожает любые препятствия людей? Это мой скорый на помощь друг, сила которого утверждена в небесном мире. Да хранит же он на земле меня, смиренного служителя Шивы. Это первая строфа. А вторая строфа. Да бережет меня во всех моих начинаниях сей слоноликий и обширнобрюхий предводитель небесных воинств, бивнем своим записавший великое сказание, то есть Махабхарату, замечательной колесницей, коего в мире всем соделалась мышь и имеющий ум божественного учителя. Ученый. Вот, ну вот, первое, значит, манимала, размер. Кунамагадешу, ясейва карена, нарьена нрвигна данта, даутани килена, соям мамашаках шактир дивиясья, ракшьяд бхуване магнам рамхарадасам. И следующее, уже размером ручера. Гунадхипо гаджавадано брхатчатур, датача ясья вирачита махакатха сува, Сувахано джагатиту мушаках критах сапату мам вибудхамана мадудьяме. Я три дня не вылезаю из справочника Апты по стихотворным размерам, но скажу... Очень хороший. Я очень хочу вот для тех, может быть, ну, кто нас слушает и еще будет слушать, очень советую. Я сам больше всего пользуюсь этим справочником. Мы отдельно поговорим про стихотворные размеры. Про то, что необходимо, чтобы начинать сочинять шлоки, я не знаю, у нас будет отдельная тема обязательно про стихотворные размеры. Ну, в следующий раз мы, наверное, продолжим об обучении. Конечно. Хорошо тогда, ну. Спасибо большое и до встречи через месяц. До свидания. До встречи. Всего доброго. До свидания. Не знаю. У нас будет тема обязательно про стихотворные размеры. Ну, в следующий раз мы, наверное, продолжим.